Привет, дорогие зрители! Этот видеоролик во многом долгожданный для меня, потому что буквально во вчерашнем видеоролике я вам жаловался на сервис, который связан с петициями к президенту Украины. Я действительно закинул туда петицию. 2 дня это все происходило, хотя на самом деле не 2, а гораздо больше. И все-таки мне пришло на электронную почту уведомление, что данная петиция согласована. Что это за такая петиция? Давайте я вам сейчас постараюсь рассказать. Эта петиция связана с существующим запретом для людей от 18 до 60 мужского пола не выезжать за пределы Украины. Естественно, я знаю, что вы скажете, дорогие друзья, что это все уже был ответ, но тут я с вами не соглашусь, потому что если мы будем сидеть вот так вот на стуле ровно и ничего не делать, то, естественно, ничего и не произойдет. В любом случае, у меня и у вас, естественно, в первую очередь, я к вам, дорогие зрители, обращаюсь, есть возможность поддержать данную инициативу, по снятию запрета на выезд, потому что мое мнение, что война уже достаточно долго у нас происходит, и держать всех людей, тем более, что я уверен, например, такие же люди, как я, их много кто бы, честно сказать, никуда и не убегал, и не уезжал, несмотря на всю эту сложную ситуацию, которая у нас на сегодняшний день связана с агрессией России против нашего государства. Я думаю, многие со мной согласятся. Скажем так, пробно я петицию закинул в телеграм-канал. В мой телеграм-канал, я ее там разместил. Это к тому, почему я всегда прошу вас подписаться, потому что в телеграме новости выходят раньше. То есть вчера уже там петиция была, и вчера уже спасибо большое всем моим зрителям телеграме, которые поддержали ее, которые нашли время, которые клацнули на кнопочку и все-таки не остались равнодушны к моей очень большой просьбе в помощи в продвижении данной петиции. Хочу заметить, дорогие друзья, что мій товариш Сергій, який на сьогоднішній день постійно проживає в Польщі, він там достатньо вже давно проживає, ще до війни, далеко-далеко він виїхав туди, до Польщі, і там проживає. Це, до речі, його була ідея, його була ініціатива, щоб ми з ним разом зробили цю петицію. І він вже на своєму YouTube-каналі розповів про це своїм глядачам, і завдяки цьому вже з'явилися перші галочки, скажімо так, перші підписи на підтримку зазначеної петиції. Тому, користуючись можливістю, звісно, передаю привіт Сергію, дуже йому велику вдячність за те, що він також це підтримав. Тепер, мої любі глядачі, хочу обратитися к вам. Пожалуйста, если вы подписали, будьте так любезны, поделитесь данной петицией в каких-то социальных сетях, в группах, в каких-то там профильных группах, в каких-то там чатах, ботах, я не знаю, где только можете, разместите, пожалуйста, эту петицию, чтобы как можно больше людей ее подписало. Потому что я уверен, что мы не сможем сразу с моего телеграма, с ютуба и с Сергеева ютуб-канала набрать необходимые 25 тысяч. Поэтому все, дорогие друзья, здесь зависит от вас. В первую очередь, даже не от меня. Я то, что от меня зависело, все-таки сделал эту петицию, это было тяжело. Я знаю, что мне многие другие люди пишут по другим вопросам, там, сделай петицию, реально ее сделать достаточно сложно, я хочу заметить, дорогие друзья. Но все-таки свершилось, и мы этого всего добились. Давайте теперь я постараюсь вкратце рассказать, о чем эта петиция. Скажем так, естественно, ссылка на нее будет в описании, я ее размещу под данным видеороликом, постараюсь, может, еще и в комментарии там какой-то закрепленный закинуть, чтобы как можно больше людей видела и поддержала данную мою, ну, естественно, не только мою, я неправильно говорю, еще в первую очередь, наверное, это Сергея, инициативу. И я уверен, что если мы не будем, повторюсь, сидеть сложа руки, то президент и так знает про этот вопрос, я более чем уверен, он сам про это не раз вспоминал. И, соответственно, я думаю, что мы сможем всем миром до него достучаться в вопросе, связанном с этой вот петицией. Потому что очень-очень-очень честно много кто пишет и говорит, что надо, и давай что-то это. Ну, все, что могу, как юрист, все, естественно, только в рамках правового поля. И о чем данная петиция? Естественно, я как юрист сослался в первую очередь на Конституцию Украины, рассказал о том, что все-таки мы все с вами граждане, мы все рождены свободными, у нас есть свободы,
никто не может у нас наши свободы на передвижение забрать. Что я хочу еще заметить по поводу того, на кого это ориентировано. Понятно, что я здесь говорю о всех гражданах Украины. Но отдельно я для начала, первое в тексте данной петиции, я выделил моряков. Потому что вы же знаете, честно, живу-то я в Одессе, дорогие друзья, и мне знакомо это переживание. Во-первых, хочу заметить, многие моряки не могут выехать, это понятно. Не могут выехать из-за данного запрета, они не могут поменять других своих, скажем так, коллег, а те, в свою очередь, не могут вернуться. Потому что если они вернутся, допустим, в ту же Одессу, их уже по понятной причине не выпустят за пределы Украины. То есть моряки вынуждены проводить свой отдых, проводить свой отпуск за пределами Украины. Я считаю, что это очень плохо, потому что на самом деле многие бы все-таки, я более чем уверен, бы вернулись бы на территорию Украины. Это по поводу моряков. Дальше, друзья, о ком я еще хотел поговорить? О жителях наших западных регионов. Честно сказать, там очень тоже большая проблематика. В чем она заключается? Что многие жители западных регионов, очень часто, естественно, зарубичане, известное слово, его даже на русский я не знаю, как перевести, ездят на заработки, ну, в ту же Польшу, в Европу, в Англию, может, кто-то очень недалеко, кто-то близко и так далее. Зарабатывают себе деньги для того, чтобы обеспечивать себя, обеспечивать своих близких. И, соответственно, они тоже не могут это сделать. Работы мне рассказывают там на том же Закарпатье, еще где-то нету. Нету от слова вообще. Очень сложно с этим. А так люди не могут выехать. Я думаю, что от того, чтобы эти мужчины выехали бы даже за границу на какое-то время, поработали бы там, потом вернулись бы, я более чем уверен, что в этом случае это было бы позитивно в первую очередь для нашей экономики. Потому что так же, как и вернувшись к первому вопросу, моряки, так же, как и зарубичане, понятно, что семья у них здесь, основная жизнь их здесь, и, естественно, денежные средства они переводят сюда, и это положительно сказывается на золотовалютных резервах, это положительно сказывается на нашей экономике, когда денежные средства поступают, естественно, на территорию Украины. Я думаю, любой человек, который связан хоть как-то с экономикой, связан с этим всем, я думаю, меня поймет, великим экономистом для этого быть не надо. Еще мне известно, что многие люди мужского пола, ну, по каким-то причинам, до 24 числа выехали за пределы Украины. Многие 24-го, когда началась война, когда еще не было четких указаний пускать, не пускать, выпускать, тоже, скажем так, выехали за пределы Украины, потому что еще в 24-го, в принципе, выпускали за пределы Украины. И, естественно, эти люди уехали. Сейчас, честно, я прекрасно их понимаю. Многие из них, наверное, уже давно хотели бы вернуться. И более того, я уверен, что они бы вернулись на нашу, скажем так, родину, дорогие друзья. А тут у них такой возможности нет, потому что они сидят там, вернутся, оп, ты уже, говорится, приехал, никуда ты из Украины не поедешь. Кроме того, айтишники. Я вот, кстати, с айтишниками не понимал. Я всегда думал, зачем айтишникам куда-то там выезжать. Буквально недавно молодой человек, который у меня брал консультацию, мне рассказал, для чего вообще это надо. Если ты где-то заключаешь какой-то контракт, какой-то договор с иностранцами на большую сумму, там будешь их обслуживать, допустим, там в течение года, в течение полугода, серьезные деньги, то хотят на тебя посмотреть, хотят тебя увидеть, хотят, скажем так, посмотреть, как ты выглядишь вживую. То есть оценить тебя, оценить твои возможности. Зачастую, конечно, по интернету не все хотят это делать, и из-за этого те же айтишники теряют возможность дохода, теряют возможность, опять те же доллары, любимые нашими нами всеми, перетянуть, скажем так, на территорию Украины. Поэтому, дорогие друзья, если вы поддерживаете идею о том, чтобы отменить этот запрет на выезд, отменить его не для каких-то там конкретных лиц, допустим, для каких-то певцов, для артистов, для спортсменов, для известных селебрити, скажем так, а и для всех остальных, чтобы все, скажем так, у нас, как написано в Конституции, были равны, сейчас все зависит от вас. Переходите по ссылочке и подписывайте данную петицию. Это первое. Второе. Обязательно, просто дико вас умоляю, очень сильно прошу, поделитесь данной петицией в социальных сетях. Поделитесь, пожалуйста, ею, чтобы другие люди о ней узнали. И как можно быстрее мы с вами, дорогие друзья, набрали 25 тысяч подписей. Так что вы поняли, дорогие друзья, петиция в описании. Петицию обязательно закреплю в комментарии. Кроме того, петиция я поделился в моем телеграм-канале. Еще раз вас прошу, будьте так любезны, подпишитесь и поделитесь данной петицией.
На этом, я думаю, закончим мое повествование. Всего вам самого наилучшего, скорейшей нам победы, а также мирного неба над головой. С приветом из Одессы. Пока-пока-пока.